Всем привет! У нас новый челлендж «Едим еду одного цвета». Сегодня зеленый и розовый. Погнали! Ого, девчонки, какие же классные у вас тортики! Вижу, что рядом с вами лежат разные украшения. Так давайте же украсим платье тортики, чтобы они выглядели мега красиво. Я поставлю сверху прозрачную формочку и залью ее полностью сладкой розовой глазурью. Какая красота! Но это еще не все. Теперь я добавлю разные посыпки. И немного блесток тоже не помешает. Думаю, достаточно. Теперь поднимем форму. Вау! Вот это да! Теперь я добавлю сахарных бусинок на платье. Они такие малютки, просто прелесть. А клубничками и мармеладками я украшу подол. Потрясающе! Как красиво! А у меня все украшения зеленые. Хочу начать с мармеладных мишек. Положим парочку сюда. И сюда. А здесь у нас что? Ого, зеленый крем. Очень вкусненький. Он мне тоже нужен на тортике. Готово. Что там еще есть? Зеленая клубника. Волшебно. А еще здесь точно не хватает разных леденцов, конфет и посыпок. Сейчас всего добавим. Парочку мармеладок. И много-много блесток! Как же красиво получилось! Мэри, смотри, как тебе? Ну, пойдет, пойдет. Но мой торт все равно лучше. Давай скорее пробовать! Возьму кусочек, да побольше! Как аппетитно! Зеленые сладости просто бомба! Иу, какая же она неряха! Сейчас отрежу себе кусочек красивого тортика. Вау, восторг! Аромат божественный! А на вкус еще лучше! Розовые тортики рулят! Ого, а эти сладости выглядят устрашающе! Хотя розовая акула милашка. Да уж, прикольно! А у меня зеленый крокодил! Крутяк! Интересно, а что эта акула может? Ауч! Как больно! А ну отпусти! Мой чудный маленький носик покраснел! Эй, а ну убери своего зеленого от меня! Моя акула вмиг съест твоего крокодила! Хочешь бой на игрушках? Тогда держись! Давайте, девчонки, выпускайте своих бойцов на ринг! Болею за каждую! Вот тебе, получай, жалкий крокодильчик! Кто еще жалкий? Ха! Попалась! Я тебя держу, держу! Крокодилы рулят! Это я тебя поймала! Бум, и ты проиграла! Ну вот, крокодильчик сломался! А это еще что? Похоже на леденец! Надо попробовать! Вау! На вкус обалденно! Что? Получается, у меня тоже есть леденец? А вот и он. Уверена, что розовый гораздо вкуснее, чем зеленый. Ммм, вкусняшка. А я вот свой уже съела, капуша. Какого цвета язык? У тебя зеленый, а у меня розовый. Прикольно. У меня язык красивее, поняла? А вот и новые вкусняшки. Маршмеллоу и кукурузные зерна у Мэри. А у Джесс... Скитлс и тоже кукурузные зерна. Класс! Я хочу начать первое. Зеленый скитлс мой любимый. Для приготовления попкорна мне понадобится сковорода и плита. Закидываем все кукурузинки и скитлс. А теперь осталось только подождать, когда попкорн начнет готовиться. Ого! Он так классно прыгает! Прямо ко мне в рот! Ой, кажется, я забыла одну важную деталь. Накрыть крышкой. Отлично. Теперь подготовим ведро для попкорна и можно все пересыпать. Красота!
хочется еще и еще! Я тоже хочу целое ведро попкорна! И сейчас я его приготовлю! Мой попкорн будет с маршмеллоу! Посмотрите, какие они маленькие и миленькие! Итак, закидываем зерна вместе с розовыми маршмеллоу на сковороду и накрываем крышкой, чтобы не повторять ошибки Джесс. Ждем полной готовности. Ну когда же, когда? Джесс, я с тобой делиться не буду. Пора доставать ведро для моего попкорна. А вот и он. Пересыпаем. Ой, а мой попкорн выглядит не так, как у Джесс. Ого! Он похож на тягучий слайм! Как же круто! Интересно, а как на вкус? Безумно вкусно! Джесс, посмотри на мой попкорн! Правда прикольно выглядит? Мэри, а может замиксуем твой и мой попкорны? Должно получиться даже вкуснее, чем по отдельности! Только все хорошенько размять, чтобы Скитлс и маршмеллоу перемешались. Вот так, еще немного. Джесс, кажется, мы перестарались и просто склеили друг другу руки. Тяни, тяни, давай! Ай! Ох, девчонки, вы как? О, вижу, что все прекрасно. Тогда идем дальше. Интересно, что будет на этот раз? В этот раз Мэри достался Поп-Рокс. Взрывающаяся карамельная крошка. Крутяк! А что же у Джесс? О, кажется, что-то не слишком приятное. Это же мега-кислые конфетки Toxic Waste. Бедняжка Джесс. Ну ладно, не переживай, я начну первое. Можешь посмотреть, как я буду наслаждаться своей вкусняшкой. Как же красиво взрывается карамель! Это целый фейерверк! Красиво, вкусно и весело! Ого, прикольно! Теперь моя очередь! Да, мне достались кислые конфетки, но я надеюсь, что они все равно окажутся вкусными! Сейчас оценим! Ой-ой-ой! Как странно! У меня язык светится! Мэри, ты думаешь о том же, о чем и я? Переодеваемся! Мы с Джесс просто обожаем делать эксперименты из вкусняшек. Итак, пересыпем мою карамель в колбу и перемешаем. Ого, как красиво! У меня мини-фейерверк в колбе! Красота! Очень любопытно, коллега! А теперь и я пересыплю свои конфетки в колбочку. Немножко размешаем. Вода приобрела ярко-зеленый цвет. Ой, кажется, у меня получилось что-то вредное. Мэри, пришло время все перелить в общую колбу. Будем надеяться, что это не взорвется. Как же красиво светится! Джесс, нам определенно нужно это попробовать. Ого, девочки, вы окрашиваетесь. Джесс, ты стала зеленой. Мэри, а ты розовый. Кажется, смешать два коктейля вместе было очень смелым решением. Так, а это, я подозреваю, начался фейерверк внутри вас. Как же это весело! Девочки, мой вам совет, выпускайте фейерверк наружу, а то держать в себе вредно. Ощущается так, будто у меня фейерверк идет из глаз. Ага, и у меня. Выпускаю. Поддерживаю. С ума сойти, какая красота! Девчонки, вы как? А это еще кто? Эй, положите девочек на место! А, теперь понятно. Комната стала радиоактивной. Смешивать две вкусняшки и правда было рискованной идеей. Ого! Розовый киндер-сюрприз? Прикольно! А у меня хлопушка. И все? А где вкусняшки? Я начну первое, не терпится попробовать. Ого, какое тяжелое! Не могу поднять. Ладно, Джесс, начинай ты. Спасибо, что уступила. Ну что ж, нужно разобраться, как работает эта хлопушка. Может, куда-то нажать надо? Мэри, ты не знаешь? Во-первых, на меня направлять не надо, а во-вторых, нужно прокрутить. А, я поняла.
Вау, как прикольно! Настоящий праздник! Погодите, а что это у меня в волосах? Вау, это же зеленые мармеладки! Очень вкусные, хочу еще! Джесс, ты пропустила одну мармеладку вот здесь! О, спасибо, Мэри! Всегда пожалуйста! Ну что ж, думаю, я набрала сил разобраться с этим яйцом. Для начала сниму упаковку. Какое красивое! Интересно, а какая игрушка внутри? Мамочки, оно что, из камня сделано? Никак не могу открыть. Ладно, попробуем по-другому. Поставим тебя на подставку. О, шоколад на пальчиках! Вкусняшка! И буду есть так. Вау, так оно полностью залито шоколадом? Круто и очень-очень вкусно. Но разбить мне его все равно хочется. Поэтому будем использовать мой небольшой наборчик археолога. Здесь есть все, чтобы раз и навсегда разбить это шоколадное яйцо. Думаю, что этот молоточек будет маловат. А вот этот в самый раз. Ну что ж, приступаем. Еще немножко. А ты крепкий орешек. О, получилось! Теперь осталось вытащить отсюда кейс с игрушкой. Ну же, давай! Да! Интересно, что же там внутри? Вау! Это же игрушка антистресс! Круто! Такой миленький! То, что нужно после такой кропотливой работы! Смотри, Джесс, а у тебя такого нет! Ой, а где свет? Так игрушка еще и светится! Дай мне посмотреть, не жадничай, Мэри! Ой, падаю! Джесс забрала мою игрушку! Так тебе и надо! Понравилось наше видео? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и делись им с друзьями! Впереди тебя ждет еще много всего интересного!